документы, что-то есть? Есть, есть все документы. Ну, конечно. Покажите ваши документы. Это все самое. Вот мои документы. Да мне слонов кормить нечем, вы чего? Да я всю возьму, но... У вас нет права что-то... В смысле, я купить хочу? Я не продам. Продадите? Не продам. Ну, нет. Как не продадите? Нет, не продам. Вы хоть что-нибудь продаете? Нет. У меня уже есть чек уже. Это мы оставляем. У меня уже чек на него есть. Вы что делаете? Да это мы забираем. Да это мой товар. Да это мой товар. Убери камеру. Ты решил так себя вести? Не снимай меня. Не снимай меня. Что, блин, а? Не снимай меня. Какое число? 20. А это 14. Что это? Это детское питание. Я потратил 30 секунд на то, чтобы купить их. Я зашел, наугад взял и купил. Зовите кого-нибудь. Вместо мускул синхрон. Мало просрочки детской, надо еще. Они все? Ну, не знаю. Я наугад взял. И все? Правда, что ли? Ничего себе. Мне повезло, да? Прям как в пятерочке. Где у вас это такое ответственное лицо, которое... Вот. Ответственное лицо всегда есть в магазине. Кто у вас тут самый главный старший? То есть, когда долго это люди? Люди. Хотел бы спросить, вот это, почему маркировка не соответствует регламенту таможенного союза? В плане. Вы должны лучше знать. Хотя сейчас вы не продавец, наверное. Ну, администратор сегодня выходная. Лицо же должно быть ответственное в магазине. Товароведа нету. Ушла товаровед уже в больше времени. Это кончилось, ушла. Ну, тогда закрывайте магазин, раз у вас нет ответственных лиц. Товаровед ушла, а администратор выходная. Вот это все, оно не соответствует маркировке. Я просто вам говорю, что такой товар не должен быть в продаже, в принципе. Поэтому сейчас реализуется товар с нарушениями. А в чем нарушение? Вы, продавцы, вы лучше должны знать. Маркировка не соответствует. Если пойдем сейчас в колбасный отдел, у вас он, по-моему, там, насколько я помню, там будет еще хуже все. Детское питание, что, вместе будем проверять или я один? Ну, его никто не проверяет. Я говорю, вот, вы видите, что просрочено детское питание, вы до сих пор не проверяете остальное. Да, еще... здесь, а, я просто, да, просто интересуюсь. Да вы единственный, кто хотя бы в оранжевой форме. Я под вас подбирал крышечки, видите, оранжевые. Да. Это уже вы третий человек, который говорит да. И вот мы до сих пор ждем и... Администратор выходная, хорошо. Что могу сказать? Перебирайте весь товар тогда. Если вы не отвечаете на какие-то вопросы, то глупый физический труд просто перебрать весь товар, и если там что-то есть, то убрать. Я не могу же отвечать за весь товар. Я не говорю вам отвечать, я говорю, отвечать у вас некому. Я сказал, ответственного у вас нет, поэтому давайте просто переберем. Я же говорю, вы просто перебирайте товар и все. Какой товар? Весь детский. Мы вот закроем глаза на это. А вот это не будем. Сроку посмотреть? Хотя бы. Уж ценники не будем сравнивать, конечно. Ну, утром вроде смотрели. Смотрели утром. Только какого дня надо уточнить месяца? Просто, если не сделаете вы, сделайте я. Я вот сразу скажу, я очень неаккуратный молодой человек. Каждый день. Я это делаю очень неаккуратно. Просто вот просто это, я просто предупреждаю. Я не специально, но если я буду проверять, вы вынуждаете меня, блядь. Очень буду неаккуратен, как всегда. Очень неаккуратен. Продавец, очень неаккуратен. Никто не проверил, да, сегодня? Да и вчера.
Вчера не была она. Вот, поэтому отдел надо закрывать. Закрывайте отдел. Ладно, не будем перебирать. Закрывайте этот отдел. Я позвал директора. Я просто... Зовите, я уже изначально сказал, позовите хоть кого-нибудь. Хоть кого-нибудь. О, мой любимый колбасный отдел. Пролет здесь все снимем. Как я и говорил. Ну, это так, чтобы побыстрее там бы отреагировали. Просто когда детскую просрочку продают, то мы на другое внимание обращаем. Так я мимо вас хожу уже давно, хотя замечание уже делал. И берег тоже возьму, а я даже смотреть не буду. Все, хватит пока. Нет? Нет? Нет, я говорю, пускай исправят. Зачем мне с кем-то говорить? Коррупционные связи нам лишние ни к чему. У нас уже ментовки есть. Ну, просрочку вот только это нашли, да? А это что не того? Не, а это хорошо, это что? Ну, что это? Это тоже просрочка, что ли? Ну, а что, нет? Ну, стек, срок годности истек уже. Как истек? Это сегодняшняя нарезка. А сколько хранится? Сегодняшняя нарезка. Сколько это... хранится? Вопрос. До вечера хотя бы. А, до вечера хотя бы. Ну, напишите ручкой срок хранения хотя бы до вечера. Прям классно. Вообще идеально. Напишите хотя бы до вечера. Ну, это я напишите. Сама лично нарезала. Ну, вот. Уже берете просрочку, наряжаете. Вам не стыдно? Я же говорю, по маркировке я сейчас вообще у вас весь магазин могу снять. Ну, я это сегодня сама нарезала. Я не спрошу, кто нарезал. Вы отвечаете на вопрос, который я не спрашивал. Ничего, я слишком многим людям объясняю. Вы давайте вот встаньте в ряд, пожалуйста. Я как бы один раз скажу всем. А то я уже третьему человеку, нет, четвертому еще пацану объяснял, в чем дело. Давайте, вот, вы давайте построимся все, я всем все объясню. Давайте. Вот, напротив детского питания сюда. Нет? Не нравится? Ну, вам можно уже это отойти, потому что я вам уже рассказывал. Да? А кому не рассказывал, все подходите. Подходите, я всем объясню. Не находить, скажите, пожалуйста. Ну я же говорю, подходите, я всем сразу расскажу. Вы будете уже пятым человеком. Причина, цель, остановки? Проверка документов. С ментами никогда не сталкивались. Проверка документов, да. Вот документы на этот товар. А вы кто такой? Я из полиции. Покажите, да? Я ей не покажу, я плохой мент. Смотрите. А мы плохие продавцы. А это я заметил. Да. Смотрите, вот маркировка не соответствует. Согласны? Я не знаю. А как... что ж вы не знаете-то? Ну как... почему я знаю? Как ценники дают, так и ставят. Да это не ценник, это маркировка товара, информация о товаре, которая не соответствует регламенту таможенного союза. Вы что, снимаете? Да. Почему? Ну, потому что камера есть. Ну, у нас все. Ну, может быть, если зачем вопрос да, был бы, ну, там. Зачем? Зачем? Вы же не говорите, что зачем. Ну, для фиксации правонарушения, а возможно преступление. Кто нарушал? Ну, мы? Может быть, и вы. Так это у вас течет, смотрите, это у вас течет. Это вы так выбросили так. Ничего себе, это у вас такая упаковка, что она никакая так течет? Никакая упаковка, у нас нормальная упаковка, никогда ни разу не жалко. Я не знаю, я вот положил, я положил в тележку, и она течет, как так может быть? Смотрите, она упакована. Право вы она... имеете вот так прийти, вот так делать, вам документы что-то есть? Есть все документы, ну, конечно. Ну покажите ваши документы. Вот мои документы, держите. Ваши документы? Вот мои документы, держите. А что там дать? Ну, документы мои, проверьте. Соответствует? Годен с 15-го, 5-го. Годен, не годен? Сегодня 15, да? Сегодня не 15. А какое? Сегодня 21. Сегодня 15. Для вас, наверное, 21. Ну, я про год. А вы про что? Я про число говорю. Там про год тоже 21. Так это и... 15. Это мои документы. Вот я колбаса, да? Колбаса присижу. Нет? Ну я просто жду, чтобы вы детское питание проверили, а вы до сих пор никто не хочет проверить. Начало с детского питания. Вызовите уборщика тут рядом. Да не нарезка, сегодняшнее да. Вранье это все. Врете нет, на каждом нет, шагу. Нет. Да врете, вот чем это... так говорите? Да, это вопрос. Я сама нет. Нарезала утром. Сегодняшнее. Из чего? Нарезка. Из чего? Из чего? Колбаса вот. Ну из чего? Колбаса вот. Ну где оригинальные?
маркировка. Ты какого числа годно? Какого изготовлено? А, да, и так как я очень слежу за своим правильным питанием, жиры, углеводы и белки, пожалуйста, мне информацию предоставьте. Там у него этикетки есть, все, покажите. Да вот, вот я говорю, покажите. Где доказательства? У вас есть доказательства, что это просрочка? Да, есть. А какие доказательства у вас есть, что это просрочка? Вот смотрите, во-первых, усы. Я просто не могу сейчас под маской показать. Во-вторых, лапки у меня. Они... Нет, просто вот это скрыты. Есть вот это. Написано здесь. И это просрочка. Эту просрочку ответит. А, надо. Ну, подождите, видите, человек говорит, что здесь же не написано, что просрочка, поэтому нет доказательств. Напишите, что это просрочка. Нет, это нет, не просрочка. Напишите, это что просрочка. Не, вы напишите, тогда будет доказательство. Нарезка. Изготовлено 15.05. А насчет этого, ну, значит, продавец этого вопросов не уследил. Нет. Это я съем сейчас. И это он ответит. Это, не, это с детским нормально, я его съем. Вон, тем более. Ну, вы когда уборщицу позовете? А да а хватит вам набирать. Отдел ответит. Да ответите вы все, директору. Но только кому, я не знаю. Мне никто ничего не отвечает. Вот что я не спрашиваю, вы все не отвечаете. А насчет этого все не просрочка. Ну, вопрос. О, вот человек, единственный человек работает. Благодарю вас. Поблагодарите человека, пожалуйста, в материальном плане потом, хорошо? Это зачем просрочку здесь собрались? Ну, не знаю. Я же вас вопросы задаю, вы мне не отвечаете. Дата есть? Я говорю, я за здоровьем слежу очень сильно, не хочу быть как вы. Жиры, углеводы и белки. Где информация? Ну вот эта фирма, какой колбаска, покажи, там у него нет, есть. Нет, не колбаска. Какой этой фирмы колбаска, а именно этот кусок, от которого был отрезан. Ой, там колбаска у тебя полно, да, да, да какой-нибудь наберите, надо, да? Нет, просто на это и... Салями нежная, целая палка. Давай, там давай. Есть. А целая? А, целая палка, знаете, сложно было бы поверить, что вот это отрезано от целой палки, которая сейчас осталась целая. Ну да, целая палка, то там... Нет, понимаете, там да, половина... Я говорю, мне нужна информация о куске, от которого это отрезано. Меня не интересует другой товар. А вы только сейчас увидели? Так, ничего себе, вы внимательный. Теперь я понимаю, почему у вас просрочка, потому что вы даже камеру не заметили через полчаса. Вот. Вам выражаем благодарность повторно. Я надеюсь, вас наградят. Но тут оно течет, поэтому качество упаковки не соответствует ожидаемому. Да что вы мне несете опять? Салями нежные. Я уже свои рабочие перчатки перешел. Зачем мне салями колбаса? Она хорошо продается и не остается. Она целая. Ну да, и целая. Мне это не интересно. Я говорю, от чего? Сегодня порезала целую палку. От этой? Да. Потому что она хорошо перекупает. Ну, я говорю, покажите мне, откуда это отрезано. Говорит, от этой колбасы отрезано. Ну, это целую это я тоже, порезала, да? Целую. Вы не снимаете? Да я снимать еще я не знаю, начал. Я знаю, YouTube у вас уже прекрасный блог. Прекрасный блог? А лайк? Где комментарий? Целую порезала. Я-то знаю. Так, главное, чтобы вот вы все знали. А вон человек меня знает, подтвердил мою личность. Говорит, прекрасный блогер. Прекрасный блогер. Есть у вас документы? Имя, фамилия, прекрасный блогер. Чем вам еще? Вы не верите своим сотрудникам? Только вот что назвал все, меня что по имени и фамилии. Это не просрочка. У вас на это нет права. Сейчас выходите. Как-то нет права. Нас. Где я вас оскорбляю? Вот. Хоть одно слово вам какое сказал плохое. Мы, вот. Конечно, все вырезаем, все плохое. Вот это целую палку я сегодня утром нарезала. Вы мне вот это, кстати, уберите. Вот она мне не нужна, я же говорю. Мне интересует. То, от чего оно было нарезано. Что вы мне не понимаете? Да нет. Я поражаюсь просто. Отрезала от этой колбасы. Ну, покажите вот это. Я хочу процесс увидеть, как отрезать, и чтобы она не кончалась. Это вообще классно. Это прям поставщики не нужны. Купил одну палку, и от нее режешь всю жизнь. О, смотрите. О, еще одна. Как думаете, просрочено, нет? Я не знаю. Нет? Ну, а что взяли тогда? 15.05.21. Смотрите-ка, а. Шармелька закончилась. Пока вот полицию ждем. Шармельку мы покладем. А орешки тоже кладешь? Тут вопросов очень много. А тут тоже вопросов нету. Они все свежие. По орехам? Ну давайте вернемся к орехам, раз вы так настаиваете. Так, я вот не люблю. Снимайте, да я орехи говорю. Я, знаете, я вот люблю зеленый арахис. А где он? Нет у нас зеленый арахис. Ах,
ну ладно, у меня еще слон дома, у меня там слон живет, и слоненок. Вот сырой арахис хотел бы купить для них. Безопасно? Безопасно. А до какого срока годности? Самый простой вопрос. Вчера, я вчера получила. Так, срок годности, до вчера. Нет. А нету? Нету. Нету, ну тогда возьму весь. Потому что здесь именно такое все. Ну вы сами попросили. Да я всю возьму, но... У вас нет права что-то... В смысле, я купить хочу. Я не продам. Как не продам? Да. Ну хорошо, а жареный в скорлупе продадите? Не продам. Ну как не продадите? Нет, не продам. Ну хоть что-нибудь продайте-то. Нет. А грязь какую-нибудь? Нет. Вот нет. Это ваше можно? Нет. То есть грязь не продадите? Нет. Пока человек отвлечен, мы все-таки арахис для слонов возьмем. Дайте, да мне слонов кормить нечем, вы чего? Не понимаю, покупатель пришел, слоник. Сколько вам надо? Сколько вам? Весь. Я не буду продавать. Почему? Я хочу весь. Сколько вам надо? Да не, мне тот один. Весь. Идите на кассу, я принесу. Идите на кассу. Я хочу посмотреть, вдруг плюните туда. Теперь я вот не доверяю вам. Вы сейчас что-нибудь пересыпать, может быть, в пакет какой-нибудь. Плюните туда, и все. Я человек недоверчивый. Да мне ценник-то не... Это же ценник! А, ясно. Ну так мне с товаром нужен. А, вот так? А ведерко бесплатно? Ведерки вам бесплатно. О, классно. Ведерко. Я хотел... Я знаете, когда вы будете приходить? Когда у вас будет на донышке оставаться, я буду... У вас очень проблема хорошая. За что? Я просто на донышке, когда... Он не будет покупать. Зачем он тут остался? Почему я не буду покупать? Я иду покупать. А касса не работает у вас. Кассы нету, вот. Хотя касса работает, не забыл. А кассы не заблокировали, никого нет, не заблокировали, просто нарушение. Кто-нибудь возьмет, ограбит вас. Вы это все продаваете? Да. А мы не собираемся продавать вам это. Только что же пообещали, что продадут. Я вам тем более своему разу пообещал тоже, что куплю все. Вот это не собираемся мы вам продавать. Ну, почему? Сейчас мы это все выльем. Подождите, это мой товар, я его приобрел уже. Нет, я его уже приобрел, у меня чек есть. Продавать. У меня уже есть чек уже. Это товар. Мы оставляем. У меня уже чек на него есть. Вы что делаете? А ну, это можете пробить. Да что вы? Да положите вы все это. Да положите. Да положите. Это мы забираем. Да это мой товар. Да это мой товар. Да и в смысле? Да я купил его. Да это мой товар. Как вы не купили? Как не купил? Да хватит уже. Как не купил? Вам больше делать нечего. Да дайте мне. Нет, это мы выливаем. Бабуль, я же похвалил вас, вас премии за это лежат. Это мои. Ну, чего, ну, все, тележку забирайте, да, забирайте. Подождите, я еще имбирь не попробовал, там такой вкусный имбирь. А, имбирь, да, можете попробовать, сегодняшний. А, в обратно? Да откройте, вон касса открыта, кассира нет у вас просто. Если хотите, пробивайте. А, да? Покупайте. Пойдем, тут на этой кассе. Там мой человек не хочет. Там никакой кусочек нет. Правда? Сейчас мы это проверим. Товар мне вернусь, кстати. Это вообще грабеж называется средь бела дня. Вечера. Средь бела вечера. Говорят, у вас покупать. Пробиваем? Да. Давайте. Не пробиваем, я. В смысле? Вы только что сказали, это все можно. Ну хотя бы детям. Хотя бы. Вы не слушайте, она не начальник здесь. Тут просрочки нету никакой. Так тогда как никаких проблем у вас? Нету никакой просрочки. Вот это все не просрочено. А за то, что вот это продавец отдела ответит. Еще раз так сделаешь и будет. Ты все еще раз попросишь и подождешь, пока я отреагирую. Насчет этого. Да и насчет этого вопросов ответит. Нет. Да не нужно мне ответ продавца. А не нужно. Этого это не просрочка. Вы как не просрочка? Да вон пацаны возьмут, скажут, просрочено все. Нету там никакой просрочки. Да почему вы издеваетесь? Так вы продайте тогда, если нет. Если с товаром все нормально, так возьмите, продайте. В чем проблема? Давид! Возьмите.
А, уже все. Все, а где моя телега? У вас не было тележки. Не было? Не видели. Не видели? Черт, офигеть, а? Вот, вот классно заболтали. Так, нарицание. Будет. У него бейджика нет. Ты ему раз. Нам еще не делали. Подозреваю, это вы сделали. У вас будет имя Воровайка. У вас будет. А, вы граница. Вы граница будете. Вот, давайте допросим свидетеля. Я вас как свидетеля запишу. Не видели случайно, куда делся мой товар? Я вот приобрел товар и куда-то его дели. Я вас буду звать Орешек. Или вы скажете, как вас зовут? Нет. Как вас зовут? Нет, у меня нет. Нет? Я вас буду звать Нет. А, нет, скажите, пожалуйста, вот тут стояла тележка с моим товаром. Вот ее, видите, Воровайка или и граница. И, не, граница рядом стояла так. Либо вы, либо Воровайка куда-то забрали. А вас как называть, а? Я сказал, прекрасный блогер. Не, прекрасный блогер. Я же много раз уже говорил. Магазин. Ты ему раз меня назвал. Прекрасный блогер, так и зовите. Вы верните мне мою тележку и все. Нет уже, испарилась. Смотрите, арахис из тележки есть, остальные вы товары. Еще раз, вы трогаете мой, этот товар? Да этот, меня тележка сейчас интересует, как я буду ее... А я откуда знаю? Идите спрашивайте. А где тележка-то? Я не знаю. Ну вы же достали это из тележки из моей. Я не достала, я пришла из этого. А, он уже стоит, да? Да. Вот они. Нет, все-таки, наверное, все к вам вопросы. Куда тележка делась? Вот человек молодой пришел, может, он в курсе? Молодой человек, не в курсе? Нет. Да, представьтесь, пожалуйста. Не снимайте меня. Представьтесь, пожалуйста. Вы представьте. А, я представьте, да. Не отказываюсь. А почему вы снимаетесь? Ну, потому что, вот, знаете, все попросили ребята. Кто попросил? Ребята попросили. Какие? Ну, такие вот, маленькие. Бездельники. Маленькие, которые кушают, и им потом животики болят. Можно на меня не идти? Ну, вы, пожалуйста. Да, да, пожалуйста. Убери камеру. Да, да, я да. Сейчас да. Все выкину отсюда. Ну, попробуй, убери только камеру. Это... Ты решил так себя вести, да? Убери камеру. Ты решил так себя вести? Не снимай меня. Не снимай меня. Что, блин, а? Не снимай меня. Нет. Выйди сюда. Выйди сюда. Сейчас выйду. Давай. Сейчас выйду. Давай. Сейчас выйду. Кто попросил? Вы попросили? Нет, не они. А кто? Не наезжай на других. Да нет никого. Ты кто такой вообще? Ты кто? Это блогер. Наверное. Уже хромаешь. Я сам сказал, что блогер. Это не я сказал, ты мурзу. Это этот должен был, да, прийти? Нет, еще придут. Еще придут? Давайте, всех зовите. Всех зовите. В очередь там, пожалуйста, на выходе. Я выйду, я не переживайте, я тут не буду ночевать. Вот откройте комментарии и посмотрите там комментарии покупателей, которые у нас покупают продукты. Что мне еще никаких сделать? Никаких этих нету. Чего мне еще сделать? Да уберите эту камеру, пожалуйста. Еще что сделать? Срочек нет. Что вы все мне в глаза врете? Я вот у вас купил. Это из-за того, что продавец болеет этого дела. Сегодня не вышла на работу. Мне все равно почему. Вот я не спрашиваю вас, почему. И я она ответит за. Я просто вас попросил, просрочку. Чтобы вы убрали хотя бы. Здрасте. Вот убрали мой адрес. Здравствуйте. Вода Строгино. Вода Строгино. Сержант Ильич, что случилось? Что случилось? Вы думаете, у меня что-то случилось? Ну, честно говоря, случилось у магазина. Вы вызывали? Ну, я вызывал, но случилось у магазина. Ну, что случилось? Не, ну вы же вызывали. А получилось? А получилось? Вызывали. Ну, догадайтесь, вот.